Полгода назад был дан официальный запуск новой линии по производству гипсокартона на Хабесском гипсовом заводе. И вот сегодня посмотреть на результаты ее работы были приглашены все лица и представители предприятий, которые принимали непосредственное участие в становлении нового завода. Для них было устроено визуальное знакомство с процессом изготовления гипсокартона, которое оценила и Фатима Даурова. Парадная территория нового завода специально подготовлена к приему важных гостей. Палаточные навесы предусмотрены для спасения от изнуряющей жары последних дней. Сцена ждет начала представления. Ну а пока в программе мероприятия первым идет по списку ознакомительная экскурсия с работой новой линии. 2023 год главой республики Рашидом Борисбеевичем Тимрезовым объявлен годом развития промышленности. Символично, что такие заводы и предприятия открываются в этот год. Это неизменно сказывается на экономике республики. У нас растет индекс промышленного производства. В этом году он составил 14% по отношению к прошлому году. И все это сказывается на благосостоянии и уровне жизни нашего населения. Гостям был продемонстрирован весь технологический процесс производства гипсокартона на ленточном конвейере, где переход от специальной гипсовой смеси к высушенным гипсокартонным плитам был высоко оценен присутствующими. Я знаю, еще, наверное, лет 20 тому назад, у него только-только здесь вот первые шаги он делал по развитию гипсового завода. С тех пор я, по-моему, в позапрошлом году был. У него уже там вообще такой прорыв он сделал. Ассортимент огромной продукции. Сегодня его продукция пользуется во всей стране. Везде написано «Хабес», «Гипс». И он уже сегодня известен во всей стране, не только в Карачаево-Черкесии. Поэтому люди делают все. И он один из таких людей, которых называют «созидателями». Производство гипсокартонных листов является сложным и комплексным из-за непрерывного и чувствительного производительного процесса. Поэтому профессионализм и умение каждого работника на своем участке имеет важное значение для получения хорошего результата. Контроль за качеством продукта всегда на первом месте. Производимый гипсокартон обладает благостойкими и огнестойкими характеристиками, что позволяет повысить динамику и географию его реализации. За сутки линия производит 20 тысяч квадратных метров гипсокартона. 24 часа в сутки. И днем, и ночью линия работает беспрерывно, вырабатывая продукт, соответствующий ГОСТу, который представляет собой высокую конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но также и на внешнем международном. Качество мы, конечно, проверяли и у конкурентов, и мы производили пробную партию, раздавали мастерам, собирали отзывы, как положительные и отрицательные. Это, конечно, все учитывалось при производстве гипсокартона. Сейчас отзывы очень хорошие, вышли на дальние зарубежья. Помимо новых регионов в России, мы поставляем в Армению, Грузию, Южную Осетию, и спрос постоянно растет. Среди высокопоставленных гостей простые рабочие, монтажники оборудования, накладчики программного обеспечения, электрики. Многие из них были отмечены благодарственными письмами и грамотами за свой вклад в развитие предприятия. Знакомство с новой линией завершилось праздничным концертом, где выступили районные творческие коллективы и приглашенные эстрадные артисты из других регионов Северо-Кавказского округа. Фатима Даурова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево-Черкесия.